Я приветствую всех и каждого с вами, Бадди. Мы продолжаем проходить Fallout 4. Мы с вами далеко от того места, где закончили предыдущую серию, далеко от бункера мэра, на который мы добрались совершенно случайно и нашли там очень много полезного, интересного и приключенческого. Сейчас мы недалеко от этого бункера, где мы с вами нашли вот эти вот антенны. И текущая цель на текущую серию дойти до сюда. Да, кому на солнечный прилив, ее зачистить. По заданию, которое видится у нас. Вот так. Нет, не здесь. Вот. Можно почитать, кому интересно. Сейчас уже 6 вечера, поэтому нужно добраться до темна, зачистить там все. И идти спать. Почему я сюда вернулся? Потому что здесь медведя видел. И мне он скотина интересен очень сильно. Он, наверное, уже ушел. Не, вон они, смотри. Здесь пещера медведи. Че, попробуем их завалить? Я между сериями сбегал на базу, там поскидывал весь мусор, хлам. Ненужное оружие. По оружию ничего нового нет. Я остался при старом. Какой-то гей, там какие-то карликовые. Я его боюсь. Я его разозлил. Ты всем правда понял. Ой, между собой мочится. У меня их просто много, я поэтому стараюсь ерундой не страдать. Но, в принципе, получается, все равно страдаю. Походу, я сейчас огребу. Совсем правильно, что я хотел? Я хотел мину поставить. Где у нас осколочная мина? Забыл я про нее. Поменять имеется в виду. Но все равно этих медведей хочу завалить. Чтобы мне это не стоило. Так, отвлечемся. Так, отвлекли меня не вовремя. Ой, блин. Второй. Тикаем нахер отсюда. Зарысь, зарысь, зарысь. Хорошо. Не очень, правда. Ой, я дал, ой, я дал. Он умер, нет? Отлично. Осталось теперь со вторым разобраться. О, кстати, мы такого уже видели. Мне мясо его принес наш песик. Там недалеко находили пещеру. Так, как теперь вторую? Пес тумен упал, думал, это опять медведь. Смысла их убивать я особого не вижу. По большому-то счету. Где-то здесь я мину бросил. Теперь бы ее найти. Походу потерял я ее. Да, если уже не вспомню, где она была. У страха глаза велики, что называется. Ну, с одним-то уже будет проще разобраться.
Так, они были где-то вот здесь. Ну да, по большому счету ничего интересного-то они и не дали, да? Я думал, какая-нибудь берлога, может, у них есть. Не, только называется трата инвентаря. Ладно. Так, ну что, мы с вами потихонечку, правда, в ночь выдвигаемся вот в эту локацию. Еще и туман, к тому же, вообще не очень хорошо. Вообще не очень хорошо. По крайней мере, нужно ее открыть. И, возможно, если найдем кровать где-нибудь рядом, то поспим и с утречка уже выдвинемся ее исследовать. Локация, ты будешь открываться, нет? Жилой район. Жилой квартал. Что, локация не открывается. Не знаю почему, но она не открывается. Может, потому что мы на окраине где-то еще. Много домов, хорошо, что они не все входные, а то бы я тут умер просто их осматривать. Так, вот что нам представляет интерес. В первую очередь. Потому что что? Потому что здесь флаг. И трансляционная вышка. Я одну такую уже активировал, кстати говоря. Лучше пускай они будут рабочие, да, нежели наоборот. Поэтому пускай ретранслируют. Вполне вероятно, что такой квест какой-нибудь будет. Активировать все ретранслятора. Музыка на заднем плане, блин, как из хоррора. Сигнал бедствия. О, смотрите, как много всего нашли. Давай смотреть. Слышно, плоховасенько. Находимся у самой вышки. Ну, гражданская оборона нас особо не интересует. Нас больше интересует сигнал бедствия. Ну, пускай пока работает, а мы пойдем в город осмотрим. Сигналов нахватали, как дураки-махорки. Но мне ни о чем не говорит, никакой квест не берется. Где сигнал рейдера-то? Хорошо, песю моего обидеть хотели. Что-то сигнал-то, блин, как-то не ловится. Видишь, здесь пропадает. Здесь он есть. Ну пойдем туда, может, поймаем, что-то немножко это, какой-то квестик возьмется. О. Ну, говорит, ждите меня в каком-то месте, какие-то кэпс, по крышкам что-то значит. Anyone out there interested in buying some camps? Come find me. I'm at the three trees with flags. Wait for me there, and I promise. Какой-то три трис with flags, ну не поймем, квест не берется. А на слух тяжело понять, где это.
На слух тяжело понять. This has been a pre-recorded message. This is a message from the comp. Понятно, короче, ни о чем. Ни о чем. Конечно, жалко, что они не перевели радиосообщение. Очень жалко. Я прям по этому поводу расстроен. Приходится прислушаться, во-первых. Басик. Так, моя первоочередная задача — найти дом с спальней. Что-то как-то подозрительно тихо. Что, давай спать. Время сна же меня убить не могут, наверное. Надеюсь, утро будет не туманное. Вот так-то лучше. Пёся что-то нашел. Ой, блядь. Пёся, лучше бы ты ничего не находил. Там супермутант с собакой. Видали, ну? Что он нашел? Я на его кровати, что ли, спал? Я что-то супермутантов боюсь прям панически. А почему-то город не обнаруживается на карте. Странно, честно говоря. Весьма странно. Так, там заправка. Ну, город, скажем так, не целый. Совсем не целый, сука, большой. Так, это похоже на какой-то хорошо укрепленный лагерь. Что, действительно хорошо укрепленный лагерь. Тут вон даже танк стоит. И водичка кипит. Давайте все сварим, я что-то подбирал уже собачатину. Все отлично. Не нравится мне этот город. Совершенно не нравится. Мне, во-первых, не нравится, что нет никакой метки, которая была определена. Это раз. Во-вторых, мне нравится эта вот база, которая подозрительно тихая. Подозрительно хорошо защищенная. Во-вторых, мне не нравится там супермутант, бродящий с большой своей супермутантской собакой. Нафиг я мины тратил на этих мишек косолапых. Ну вот, наконец-то определился Форт Хаген. Название такое все романтичное. Здесь, наверное, можно будет базу сделать, да? Это очевидно. Что-то мне тут вообще не нравится, хочу отсюда уйти, но понимаю, что раз уже пришел, то надо работать. В основе своей всякая лабуда. Мутант за мной даже не захотел пойти. Вот реально прям форт. Ничего-нибудь там, это прям форт. Чё ты где? Шарики под номерами. Я так понимаю, если собрать все шары, то что-то будет, да? Кто-то спал с игрушкой. Надеюсь, что просто спал. Очень на это надеюсь.
Так, ладно. Слишком большой город, слишком. Все хочется посмотреть. Целый рода какой-то пост такой, да, охранный, что ли? То место меня тоже заинтересовало. Тут большие такие здания тут. Одно больше другого, блин. Вон вход, да, по-моему. Дуть нити вонючие приперлись. Так, ну не все входные здания, кстати говоря. Он попадает сюда хорошо. Псина обнаружила врага. Где он? Враг твой. Ты чё, псина, меня пугаешь так? Страшно. Массачусетский центр переливания крови. Понятно, там еще эти дутни, да? Да, но город такой, не один большой значок на карте, да. Каждое здание что-то значит. Ой, бля. Детеныш, нихера себе. Детеныш. Ну, что должна быть большая попа, чтобы с такой попы вылез такой детеныш. Ну что творится? Чувака, эпилепсия. Дружище, что с тобой? Так. Чувачок, успокаивайся, ты меня бесишь. Ты меня расстраиваешь. Смотри, ничего больше интересного особо. Тут хорошие вещи нашел. Ну что, первый этаж проверим, потом второй уже поем. Что-то такого входа нету, да, там? Тут что-то с текстурками какая-то проблема. Или здесь какая-то творится, черт подери. Чертовщина. Что-то напряженный какой-то, город напряженный, я напряженный. Надо расслабиться. Что у вас там творится-то? Давайте успокаивайтесь, страшно же. Что происходит? Надеюсь, ты не комар там такие выдавал. Первый. А, понятно. Не взрывайся только, пожалуйста. Ну, это как элемент, который позволяет противнику меня определить. Так, терминалы пока оставляем позади, пока не зачистим здесь все. Блять. Черт подери, не пугал меня. Откуда он вылез? Здоровый такой. Че там наверху? Железное такое, блин. Ветер, что ли? С моря дул, ветер с моря дул. Нагадал. Нагонял беду. Все, пошли вниз тогда сначала. Что происходит, а? Че, выжил, что ли? Лучше отсюда его убить, согласись?
Что там такое происходит? Зараженный гнус. Да? Да, нихрена себе. Он выше меня вообще по уровню намного. Пса там завалил моего. Так, ладно, сейчас с ними разберемся. Сейчас, собственно, главное тактику выработать. Во-первых, по предметам. Сожрать что-нибудь, какую-нибудь гадость. Без радиации я пока предпочитаю. Блин, прошмыгнуло меня. Во-вторых, рад X сожрать это. Во-вторых. И в-третьих, контир один. Это потом. По-любому нахватающе. Ну и так потихонечку. Что ж так хреново бросается-то? Летит. Увидел я его. Попал, нет? По идее должен. Он очень сильно выше меня по уровню. Ну вот давай по такую тактику боговую использовать. Это называется на живца. Подумал, ты не вылетишь. Не попал, да? Так хорошо, что он не улетает, да? Класс, совсем маленько. Все, отлично. Но, как вы понимаете, если отображается череп, то этот персонаж намного меня опережает по уровню, мне он не по силам. Поэтому только какой-то или диким скиллом, или тактикой вот такой вот бобованной. Ну, главное, что победили, остановимся фигня. Так, тут, походу, радиация, парни. Это здесь, нет? Да, вот она, забагованная текстурка. Который меня просто выводит из равновесия, честно скажу. Этот железный звук. Так, ты хоть скажи, что ты охраняешь? Что-нибудь, надеюсь, хорошее что-нибудь? Что-нибудь важное, интересное, редкое? Там терминал, я помню, я его снова смотрю. Коробки и инъекционный карабин. Возьмем, что-то инъекции у меня еще не было. Создать химлабораторию, отлично. Какой-то типа усыпляющего, наверное, может что-нибудь такое. Я, кстати говоря, между сериями одно очко использовал на харизму еще. Я решил до конца прокачать харизму. А потом уже заниматься всем другим. Ну, потому что в диалогах это очень сильно помогает. Так. Тут, я так понимаю, очень много крови, да?
Да, с запасом, просто с запасом. Косторез. Я сомневаюсь, что он мне нужен. Ладно. Крови тут еще покидаем на базе. Ну и так много пакетов крови. Тут вообще прям. Представьте, в DZ бы столько крови найти, да? Радости было бы. Yes. Все эти препараты хороши, конечно. Но пользую я их редко. По своей вине, конечно же. Слушай, просто... Просто называется кровяной куш. Назову эту серию кровавая. Вы будете думать, когда включать, что здесь будет очень много битв. На самом деле нет. На самом деле, потому что очень много крови. В прямом смысле этого слова. Ладно, что, пошли отсюда. Судя по всему, здесь мы выполнили все. Самое интересное, что мы нашли инъекционный пистолет, и это интересно. Такого у меня еще не было. Хотя не так много таскаю, конечно, пушек. Давай закроемся тихо подальше. Пес. Палишь меня? И опять взлом. Это вроде должен быть легкий. Sweet. На удачу, что называется. Пароль от клиники переливания крови. Так мы вроде уже здесь все забрали, что надо. Кстати, на паузе, потому что это будет долго. Так, ну пароль-то мы взяли, а он мне где-то нужен был. Я вроде так нигде не встречал такого, что мне помешало что-то взять. Какие-то двери, да? Ну, если что, вы мне напишите обязательно, что ты слепой, и тогда сюда вернусь. Я своего рода уже начал вести список мест, куда мне надо вернуться, так или иначе. Может быть, вот это имеется в виду? Да. Так пришлось его взломать. По-моему, я туда и так мог пойти, нет? Нет, здесь заперто. Давай сначала здесь все осмотрим. А потом уже в ту точку, которая нас заинтересовала. Как вы можете видеть, я уже перестал подбирать все подряд. Это успех уже в моем лечении. Я здесь был, нет? Не, я здесь не был, помню. По ту сторону, да? Вот просто еще один вход. Это лаборатория. Так, в принципе, больше здесь ничего. Нужно еще выше подняться. Сейчас поднимемся. Только сначала, что называется, осмотрим, что мы там открыли-то. Да, кровь у нас теперь как, извиняюсь за выражение, говна. Бинго. Так, вы наносите на 2% больше урона конечностями. Или конечностям, наверное. Скорее. Да, вот еще кровь. Псин, ты чё? Чё нашел? Чё нашел-то? Он наверх побежал, наверное. Ладно. Так, сейф, соответственно. Что-то ему там совсем понравилось. Хорошо, что у меня есть пароль, сейчас бы взломать заколебался. Ну и опять читаем на паузе.
Ну, замок, соответственно, какой-то я открыл еще один. Непонятно только какой. Так. Не хочу. Так, хотя 45-й калибр, да? Я такой, знаете, консерватор. Если к чему-то привыкаю, я потом очень плохо с этим расстаюсь. Я уже привык к своему текущему оружию, конечно. Но возьму только, если уж совсем что-то лучше будет по всем показателям. Так, что это за замок, интересно, открыл? Ну, это такой же, как мой, правильно понимаю? Сейчас посмотрим. Что такое битва зла? Так, оружие. Вот то, что мы взяли. 33, да? Мой. Который у меня сейчас в руках. Тоже 33. Ну, один хрен, что называется. Так, тут пока ничего интересного. Интересно, что за замок открыл? Внизу, наверное, нет? Хотя там открыто было. Ладно, если что, вы мне, конечно же, напишите, что я где-то протупил. Какой замок я открыл. А какой закрыл. Поэтому останемся пока так. С чем что нашли? Так, пакет открою. Дайте посмотрим, сколько у нас. На П, да? 49. А может, когда-нибудь половину лечим, да? Это хорошо. Давай, один используем. Радиации ничего нет. Очень полезная вещь. Ну-ка, стимулятор на сколько? Снимает. Потерялся я в алфавите. Да, 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 да. Надо будет его использовать. Я имею в виду пакет крови. Ну что, давай вот попробуем сигнал бедствия поймать. Какую-нибудь ловушку меня стопудово заманивают. Как пить дать. Так, я так понимаю, это здание не входное, да? Так, давай, наверное, антиродин сожрем. Мне не нравится такая красная шкала. В принципе, мы поймали это радио, просят помощи, только квест не возникает. Поэтому какой смысл это слушать, да? Белый шум. Так, отвлечемся.